Будем пытаться, пока не сделаем. Глава Андрей Трубецкой рассказал программе «Говорит район» о ходе строительства и ремонта объекта в муниципалитете. По словам руководителя, беспокойство сейчас вызывают две точки. Первая из них – плавательный бассейн в Федоровском. На его возведение было заключено концессионное соглашение, однако инвестор сообщил администрации, что взятые на себя обязательства выполнить не сможет. Обстоятельства изменились. Сейчас власти ищут другую компанию, которая будет готова построить бассейн. Второй объект, который никак не получается сделать – перевесный мост в Белом Яру. Средства на его реконструкцию заложены в бюджете Сургутского района. Власти уже три раза объявляли конкурс на определение подрядчика, однако ни один не состоялся. Но трижды конкурс, к сожалению, не состоялся. Мы будем размещаться в четвертый, в пятый раз, пока не найдем желающего там, отремонтировать этот мост. Не ищем для себя абсолютно никаких оправданий, там коронавирус, не коронавирус. Есть планы, мы должны их исполнить. Все. Напомним, что перевесный мост соединяет две части поселения. Ограничение передвижения по нему причиняет жителям Белого Яра серьезные неудобства. При необходимости им приходится делать большой круг, проезжать через трассу. Размыло переправу еще в прошлом году. Добавлю, что из бюджета на реконструкцию Белоярского перехода выделено 58 миллионов рублей.